Так, очередная игра против Терана. Очень много Теранов в серии получается. Но в целом хорошая серия, потому что у многих проблемы с Теранами. В принципе, показываю как раз, как с ними отработать. Так, рабочий. Приветствуем его своими двумя газами. Думаю, он должен понервничать немножечко. Посмотрел и пойдет ставить что-нибудь. Не, не пошел ничего ставить. Мы посмотрим немножечко. Может, он где-нибудь тут будет. Так, ну что, выбиваем сейчас бункеры просто. Вот что он такой хитрый был. Самое главное, мы не потеряли просто ничего, в принципе, с этой атаки. То есть, да, парень, ну, типа, заблокирует нам второй Nexus. Ну, это вообще ни о чем. В принципе, нам никак эта штука не помешает. Вот это подкрепить. Сейчас supply блок будет. Сразу еще один. Не, один сюда. И все. И нам главное сейчас варпануть грамотно. Что у нас по энергии? Хватит еще на два зелка. Вот этих парней мы отодвигаем. Под батареечку. И это ГГ, вот так вот. Вот так вот это делается. Я говорю, ну, чувака, вон тут отличная страта была. Если бы, ну, он не встретил мою страту, поэтому это полная ГГ.